Советской Армии были использованы дроны «Камикадзе» импортного производства. Были использованы по моим бойцам на позиции. Два раза, оба не, безуспешно. Личный состав не пострадал, позиция не пострадала. Да, вот имеет, как это называется? Switchblade 300. Switchblade 300. Ну, небольшой, 50 сантиметров, но очень быстрый. Летит над землей, выбирает себе цель. Камера у него находится сбоку, я думаю, это неэффективно из-за этого. Выбирает себе цель, делает круг, набирает скорость, ну и летит на смерть. По моим ощущениям, по ощущениям бойцов, примерно 200 грамм ности этот заряд. Осколок как таковых не имеет. И сам корпус является? Сам корпус, но он углепластиковый. Вот тут важно. Ой, здесь такие же самые два еще было. Два направляющих сзади еще было. Очень сильно жужжит, характерный звук имеет. Не спутая с обычным квадриком, вот маленький. Все, очень его слышно. Я думаю, начали испытывать артиллерии мало американской, начали испытывать еще камикадзе американской. Ну ничего, мы с этим справимся. О, смотри, вон, лес. Остановки. Вон она. Скорее всего, атакует город и ПВО перехватывает. Реактивный. Опять стреляют. Или поесть на вас, или помоги. Я покажу, да,